Я должен обратиться к заместителю начальника организационного управления, в ведении которого находится регистрация входящих в законодательное собрание документов. Наталья Николаевна, скажите, поступали ли еще какие-то предложения по кандидатурам, которые мы должны учесть? Уважаемый Алексей Игоревич, уважаемые депутаты, в адрес законодательного собрания поступил протокол от фракции политической партии, коммунистическая партия Российской Федерации от 11 октября 2021 года, который единогласно поддержал кандидатуру Семёна Валерия Владимировича для рассмотрения вопроса о наделении его полномочиями сенатора. Иных предложений в адрес собрания не поступало.